Total Fit. Вот получается, какая сердцевина нашего комплексного подхода. Еще раз, вы можете взять эту систему и применить ее как персональный тренер, или тренер групповых тренировок, или тренер по видам спорта, сделав это раз в неделю в программе своего клуба по восточным единоборствам, волейболу или футболу. Мы находимся сегодня в одном из замечательных спортивных центров Кишинева, Молдовы. Спортпарк принимает Total Fit здесь у себя. В прекрасно оборудованном зале с замечательными условиями собралось около 30 тренеров фитнеса, йоги, тяжелой атлетики, волейбола, восточных единоборств, футбола и также желающие тренироваться. И здесь мы прошли обучение того, как быть тренером Total Fit. Что значит тренировать, какая концепция, какие процессы, как усилить тренировку нашего тела, души и духа. Но какая цель? Дерби. Присед. Лево. Лево. И в другую сторону. Они вас запомнят, если вы заставите их улыбаться. So we always want to change it, so our body doesn't get used to one adaptation. Поэтому мы все время вот делаем такую сложную задачу, меняем тренировки для того, чтобы наше тело не адаптировалось к одному типу нагрузки. For some sports, в некоторых спортах, I think overall, this will increase the fitness. В некоторых спортах вот это вот все улучшит уровень фитнеса, which translates to your specific sport. Который перейдет уровень фитнеса улучшенный в спорт, уже в спорт ваш. And I'll give you a... Мы их пытались научить то, как программировать по задаче, по времени, по типам движений, какие они есть, как распределять их на каждый день. Вот там у нас есть таблица, там все написано. И сейчас мы ребят распределили, ребят и девчонок, на несколько групп, чтобы они могли поработать самостоятельно, чтобы они могли немножко понять глубже, что это такое, потому что на самом деле программирование – это очень тяжелая задача, и очень многие тренера сталкиваются с тем, что они неправильно это делают. Потому сейчас они все практикуются, можно увидеть позади меня. Вот, надеюсь, ребята справятся с задачей, и у них будет все отлично. Ну, наглядно, да, то есть каждое объяснение, то есть, например, движение, да, и объяснение, как это сделать, нам преподали новые способы тренировки, да, каких-то моментов мы не знали, да, где-то мы еще раз удостоверились в своих знаниях, но было очень интересно, и нам, в принципе, все понравилось. Очень много информации, особенно психологически, что касательно коучинга, потому что я знаю, что это новое направление, потому что фитнес... Индустрия, она развивается именно в более глубоком ключе, и вот коучинг – это именно то, что может им помочь людям даже изменить их образ жизни. Это очень важно. То, что вы видите сейчас, это атлеты делают 3 подхода вместе в 12 минут, так, чтобы за 12 минут успеть как можно больше упражнений. Этим они бросают вызов своему телу, то, что, конечно, поднимает эффект тренировки. Так что во время отдыха все тело подготавливается к следующей нагрузке, и таким образом все твое тело мутирует на следующий уровень. Кроссфит, Total Fit – это не просто человек пришел в зал, начал заниматься штангой или на турнике, или чем-то. Надо правильно сформировать тренировки для людей,
И даже, как нам сегодня сказали на семинаре, что и после тренировки, период после тренировки, как человек должен отдыхать, как должен питаться, чем он должен заниматься именно в восстановительный период тренировок. Так что я только всегда за того, чтобы хорошо учить людей, так как и тренеров, и спортсменов. Если спортсмен принимает решение самому заниматься, чтобы он тоже занимался правильно, чтобы от этого была польза, потому что нередко бывает, когда они травмируются или просто занимаются без пользы во вред своего здоровья. Это для спортсменов. А мы как клуб, который ведем кроссфит, тотал фит, будем вот стараться сейчас внедрять, обязательно должны учить тренеров, чтобы они вели эту хорошую, качественную тренировку.